Вот, Марфушенька, она ей очень, они дружат с Пухом, но она все никак не заходит к нему в вагончик, и все. Никуда не заходит. Всех боится, всех шугается. А так, видите, как она к нему льнет. Всей душой прям к нему расположена. Вот они как друг за дружкой. Вот молодцы. Ну, взяла бы, зашла бы в этот вагончик и жили бы вместе. Нет же. Когда ей неуютно или холодно, она обитает в вагончике вот с Чуком. Ну, вон она сейчас и к Чуку хорошо расположена. Это Чук иногда бывает. Что такое? С Пухом.